Всем привет, друзья! Как давно мы с вами не виделись, что даже не знаю, с чего и начать. Так много всего произошло нового. Ну, во-первых, конечно же, вы интересуетесь, скорее всего, что произошло с тем домом, о котором я вам говорила, с покупкой моей этого дома. Я же сделала предложение, как вы знаете, почти 2 недели назад. Я согласилась купить этот дом. Ну и что вы думаете, я долго не выходила на связь, потому что я все-таки хотела узнать, чем закончится эта история, чтобы вам ее конкретно рассказать. И получилось так, что то, что я узнала, я как-то приехала сюда сама, немножко подождала возле этого дома, дождалась тех жильцов, которые там живут, там молодая пара. Не женатые они, но у них есть маленький ребенок. И я с ними поговорила. Они мне сказали, что они собираются, конечно, выезжать из этого дома, но, наверное, так как им дает сейчас возможность закон о коронавирусе в течение 6 месяцев искать жилье, ну вот они где-то примерно так и будут его искать в течение 6 месяцев. Ну и, конечно же, как вы понимаете, я столько времени ждать не могу, и я отказалась. Вот буквально 2 дня назад я от этой сделки отказалась. Ну и, конечно же, я там еще повторно пришла посмотреть на этот дом, на эти квартиры, как это все выглядит. И вы знаете, я заметила там очень много всяких нюансов, которые сначала мне не бросились в глаза. Там была завешена одна стена у них каким-то подобием ковра. Когда я этот ковер немножко приподняла и отодвинула, там оказалась штукатурка вся обсыпана. Ну, в общем, понимаете, нет смысла за 117,5 тысяч мне залезать в долги и покупать этот дом. Я согласна со многими, кто точно такого же мнения, как и я. Шило на мыло менять совершенно мне не интересно. Ну и потом, понимаете, как получилось странно, что я-то затеяла весь этот переезд, в принципе, не только из-за того, что у меня холодно в квартире, здесь бы, может быть, как-то можно было еще что-то вложить, тут какие-то электрические поставить, батареи, это все понятно. Но я-то хотела перемен, больших перемен в своей жизни, поменять остров на большую землю и выехать куда-то туда. Но так как сейчас этот коронавирус, он абсолютно не дает мне возможности что-то посмотреть где-то еще. И получилось, что я так сузила круг своих поисков, понимаете, осталась на том же самом месте. И тогда получается, что шило на мыло менять, как многие мне здесь говорят. Но мне абсолютно неинтересно, понимаете. И к тому же сейчас опять Борис Джонсон здесь у нас в Англии продлил карантин по коронавирусу еще на 6 месяцев, представляете? В связи с тем, что участились случаи опять, что, как говорят, что случаи заболевания возросли более чем в 4 раза, и они опять ожесточают все меры. Сейчас у нас в Англии всех обязуют ходить в масках, чего раньше не было. Теперь это все вплоть до того, что штрафуют людей, если вы ходите без маски. Ну и к тому же там запретили все массовые мероприятия. Ну, в общем, наверное, как везде сейчас опять. Это все на 6 месяцев, можете себе представить. Поэтому ехать куда-то, смотреть, как я предполагала, может быть, я смогу все-таки выехать туда, на большую землю, что-то там посмотреть. Там на самом деле квартиры намного лучше. Но вы знаете, что еще интересно, что все-таки большинство людей, те, кто никогда не был здесь, в Англии, они просто поразились тому, насколько здесь отвратительное в Англии жилье. И это на самом деле так, друзья. Понимаете, для того, чтобы иметь хороший дом в Англии, для того, чтобы в Англии жить нормально, какой-то уровень иметь жизни довольно высокий, для этого нужно иметь деньги, для этого нужно иметь хорошие специальности, юристы,
вот эти вот все чиновники, ну я не знаю, бизнесмены, как и везде, они живут прекрасно в своих домах. Ну а с такими копейками, как у меня, это считается вообще, понимаете, самый низкий уровень жизни. Поэтому что-то такое менять на более хорошее, это надо просто как-то случайно попадать. Случайно попадать или иметь каких-то знакомых риэлторов, которые тебе сразу же покажут эту квартиру. А так, чтобы со 100 тысячами попробовать что-то найти, ну вот такое и находится то, что я вам показывала. Многие говорят, что даже, может быть, хуже некоторые квартиры выглядят, чем наши хрущевки. Ну да, я согласна с этим. Я сейчас даже в связи с этим хочу вам показать один прекрасный дом, который сейчас вот выставили. Там даже не дом, там квартира. Она такая многоуровневая. Вот сейчас я вам ее покажу и расскажу. Ее выставили на продажу в Лондоне. Вот. Посмотрите, вот это темно-синим покрашено, вот это вот узюхонькая промежуток между двумя зданиями, это как раз пятиуровневая квартира на севере Лондона, выставлена на продажу. Там ширина вот этих вот всех комнатушечек 1,8 метра. И, ну, какая там длина, я не знаю, может быть даже метра 4 или 5, но вы можете себе представить, 1,8 метров шириной, это значит такие вот узкие трамваи, что примерно как двухспальная кровать, вот такой шириной все там вот эти вот помещения. Так мало того, что этот ужас, в котором жить практически невозможно, они эту квартиру выставили на продажу за 950 тысяч фунтов стерлингов. То есть это примерно, ну, 95 миллионов рублей, если на наши деньги. То есть я почему вам это все рассказываю и показываю, друзья? Ну, потому что то, что вы поражаетесь тем клетушкам, которые я вам показала, так я вам показала за 100 тысяч всего лишь навсего то, что можно здесь приобрести. А вот, представляете, вот такой дом вы можете себе за миллион приобрести. Но другое дело, что он, конечно, находится в Лондоне, не в самом престижном районе на севере Лондона, но все равно Лондон считается очень дорогая недвижимость. Ну вот такие вот здесь квартиры, вот такие дома, вот такая недвижимость, и ее очень много. В основном в Англии это все вторичное жилье, поэтому не удивляйтесь тому, что я показывала. Ну вот знаете, мне даже и радостно, может быть, в какой-то мере, что я открыла вам глаза на то, как живет Европа просвещенная, на которую мы всегда, как говорится, смотрим. И себе думаем, что вот нам бы вот такую жизнь. Но не всегда эта жизнь такая прекрасная, как мы могли бы себе представить. А я хожу с вами по Осборн Хаус, территория прекрасного дворца королевы Виктории и принца Альберта, где они жили у нас на острове Isle of Wight и где умерла королева Виктория в 1901 году. Для тех, кто хочет более подробно посмотреть, ссылочка вам выплывет вверху. А еще я вам показываю вот такую вот прекрасную собаку. Это собака моей знакомой Ольги. Собаку называют Самоед, если вы знаете эту породу. Ну вот мы с ней, с Олей гуляли. С этой собакой везде, вот посмотрите, она мне ее усаживает, чтобы я ее сфотографировала, и собака села ко мне задом. Собака очень смешная. Вот такой вот самоед, зовут Рози. Рассказываю тем, кому нравятся собаки, у меня тоже есть, я знаю, много любителей собачек. Вот специально для вас сняла эту собачку прекрасную. Если продолжить о том, что я думаю с покупкой квартиры, с продажей своей квартиры. Ну вот, я думаю так. Во-первых, из-за того, что опять у нас на 6 месяцев продлен карантин по коронавирусу. Они, конечно, никто меня тут трогать и теребить не будут, и выгонять из моей квартиры не будут. Поэтому, может быть, даже мне это опять и хорошо,
потому что дело идет к зиме, как вы понимаете, и все сейчас у нас остановилось. Но мне тут, конечно, поступают еще предложения посмотреть какие-то квартиры. Но вы знаете, я и сама не поехала уже ни одну квартиру больше смотреть. И вам, конечно же, новое пока ничего не снимала, потому что, ну, все одно и то же, друзья. Все вот такие вот клетухи. То одно не то там, то другое не то. И абсолютно неинтересно. Я думаю, что уже я достаточно вас поводила. Кто-то говорит, что нравится смотреть квартиры, кто-то говорит, что уже надоело смотреть. Ну, тут, понимаете, у каждого свое. Просто я-то хочу сказать, что я пока приостановила всю эту историю. Скорее всего, что вот на эти 6 месяцев, на которые у нас продлен карантин, я буду сидеть и ждать, чем закончится вся эта история. То есть, возможно даже, что я свою квартиру постараюсь цену поднять, если у меня получится. Покупатель у меня есть, мне не хочется его, конечно, терять. Но за ту цену, как я уже поняла, которую мне предложил мой покупатель, похоже, что я ничего себе здесь приличного не смогу найти, поэтому, скорее всего, что цену мне придется поднимать, либо отказываться от сделки. Посмотрю, как дальше получится. Я твою собаку. Собака, Розик. Я также хочу поздравить, друзья, себя и всех нас с тем, что у меня на канале уже больше 29 тысяч подписчиков. То есть мы стремительно движемся к миллиону, как я и говорила. Всех поздравляю с этой прекрасной цифрой. И также я приветствую всех новых моих зрителей на моем канале. Специально для вас. Вот я показываю вам. Вот опять же, еще один красивейший вид на наш пролив Соланд. Это из Осборнхаус, викторианского дворца. Здесь все веет историей, здесь все камни напоминают о том, как гуляли по ним королева Виктория со своими детьми и со своим любимым мужем Альбертом. Ну и также я хочу вам сегодня показать еще одно довольно интересное место. Вот этот отель. Может быть, кто-то даже его и вспомнит. Я пыталась уже показать вам этот отель. И снутри, и снаружи часто показываю. Вот так он выглядит. И вот эта вот надпись, он называется Potter Temple, что обозначает, если я, конечно, правильно перевожу, Temple – это храм, Potter – беспокоить, то есть беспокойство храма, вот как-то так. Ну и, конечно же, если мы посмотрим внутри, то и понятно вот это название, потому что внутри у него очень зловещий такой дизайн. Вы видите очень много черепов всяких животных, а также даже есть и черепа людей, и картины странные, и вообще такой немножко угнетающий дизайн. И вы удивитесь, если узнаете, что этот отель пользуется очень большой популярностью, и что здесь постоянно живут люди. Он даже нужно заказывать номера заранее. Так вот, посмотрите вокруг, как это интересно. Но это вот чисто такой английский дизайн. Конечно, есть тут много всего интересного, что можно посмотреть, помимо всяких черепов. Это сделано, как говорится, специально. Вот такие вот свечи оплывшие, очень их много. Красивые какие-то подсвечники. Также картины старинные в огромных таких рамах. Вот сейчас, может быть, даже покажу вам несколько таких картин. Ну и к тому же, вот мы сейчас с вами посмотрим все это вокруг. Я думаю, что вам все-таки, наверное, понравится вот этот дизайн. Он очень необычный даже для английских отелей.
Но и потом я вам вот сейчас включу то, что я говорила с хозяином этого отеля. Это молодой человек, и он мне сказал стоимость за ночь вот этого вот отеля пребывания, что меня, в общем-то, очень поразило. It's open now, your hotel? Yes. And how much for the night? Between 200 and 1,000. Now we're a little bit more quiet. We don't run like other hotels. 200 for night, it's small. And for 1,000? Up to 1,000, yeah. And what does it include? Breakfast. Just breakfast. Yeah. Bed and breakfast. All right. Надеюсь, что вы услышали то, что сказал хозяин отеля, что от 200 до 1000 фунтов за ночь здесь у него номера в гостинице. Вот самый маленький, там я посмотрела, там вообще, ну, одна кровать и все. Вот стоит за ночь 200 фунтов. А сколько там, как выглядит тот номер, который за 1000 фунтов, он, конечно же, нам не показал. Ну и показываю вам вот это все, всю вот эту красоту, которую вы можете здесь созерцать, если заплатите 1000 фунтов за ночь, если такие деньги у вас имеются. Вот сервировочка, разные здесь столы. Здесь также играет музыка у них вечерами. Вот какие-то тут они устраивают тоже мероприятия. Там он арфа в конце вдалеке стоит, вы видите, да? Патефон старинный, ну, патефон, скорее всего, не слушают, это просто так для дизайна. Но я ходила там с большим удовольствием, все это смотрела. Но вы знаете еще, что меня удивило, что вот такие цены они берут, 1000 фунтов за ночь, и садик у них, тоже вам его вот сейчас покажу, садик абсолютно неухоженный. Все брошено, вот посмотрите, какой разломанный, здесь какой-то даже наверху стоит непонятный ящик с какими-то поломанными листьями. В общем, странно, что вот за такое вот они берут 1000 фунтов, да еще и у них это все пользуется невероятным спросом. Ну вот, друзья, сегодня у меня для вас вот такое вот видео. Ставьте лайки, кому понравилось. Я буду держать вас в курсе своих событий. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Увидимся еще, услышимся. Берегите себя. Пока-пока.